Привет, народ, меня зовут Мерк, а это вторая часть игровых девайсов с AliExpress. Прошлый ролик вам очень понравился, ведь уже там 105 просмотров, 12 лайков. Это всего лишь за одну неделю. Это маленькая сумма в общем, но очень большая сумма для меня. Спасибо вам большое. Я подумал, если вам нравится такая тема, так почему не продолжать то, что нравится вам? Ну так вот, ловите новый выпуск. Поехали! И первым открывает мышка. Бесшумная звуковая проводная игровая мышь. 6 кнопок USB, DPI от 1200, 1600, 2400 и 3200 DPI. Особенности этой мышки – это бесшумный щелчок, только левый и правый ключ не шумит. Другие клавиши нормальные. Вы не будете раздражать других во время игр или работы и игры ночью. Вы только вдумайтесь, это будет настолько комфортно, если кто-то рядом ночью, а вы любите играть именно ночью. Яркий свет. Если вам это не нравится, вы можете закрыть подсветку, боковой ключ и DPI, ключ вместе. И подсветка выключается. Длина кабеля 1,5 метра. Общий вес около 165 грамм. Посылка включает в себя одну игровую мышь. Ну и скажу немного от себя, мышь за свои деньги топ, да и по красоте не отступает другим брендовым мышкам. Поэтому ловите, ссылка в описании. MetaZero – проводная механическая игровая клавиатура на синих, черных и красных свечах. Светодиодный переключатель с подсветкой, причем их много. Подсветку можно настроить под себя. Подсветка делает ее очень удивительной, блестящей механической клавиатурой. Все новые механические синие переключатели обеспечивают тактильные и щелковые отзывы, гуманный дизайн. Добавьте ряд клавиш быстрого доступа с клавишей FN. Отлично подходит для любых игр, но есть один минус. Один. Клавиши не на русском, то есть какое-то время нужно будет привыкнуть к клавиатуре. В общем, клавиатура что надо, ссылка в описании. Переходим, покупаем. ZOP N43. Игровая гарнитура. Высокое качество звука, виртуальный объемный стереозвук. Гарнитура с 7 изменениями цвета. Светодиодный свет обеспечивает четкий и насыщенный звук. Испытайте 360 градусов звукового поля. Создайте лучшую игровую атмосферу для геймера. Сверхлегкие наушники с утепленными шапками, ушанками, если так можно назвать, то есть амбушюрами. И адаптивная повязка на голову из искусственной кожи для длительного комфорта подходит для любых игр профессиональных геймеров, что позволяет вам на много часов весело играть. Профессиональные игровые гарнитуры с шумоизоляцией, закрытые наушники закрывают все уши и эффективно вырезают внешний звук. Не дайте наушникам пропасть, заказывайте прямо сейчас. Ведь гибкий микрофон, микрофон с вращением на 180 градусов с супер шумоподавлением поднимает звук с большой чувствительностью и снимает шум. Металлический микрофон, шнур памяти и прочный дизайн шланга допускают случайное вращение. Высокая совместимость. Наушники серии N обеспечивают совместимость с несколькими платформами для геймеров на ПК. Также можно сбалансировать звук игры и голосовой чат при использовании отдельных приложений чата, таких как Discord или Skype. Игровой коврик Rokkan. Поверхность большого размера обеспечивает полное движение и точное позиционирование. Мышь может двигаться быстро и плавно. Сшитые края для предотвращения износа, деформации и повреждений. Дизайн для безопасности и долговечности. Изготовлен из натурального каучука. Я не знаю, что это. Основание можно прочно прикрепить к настольному столу и предотвратить скольжение коврика. И также легко моется, то есть жидкие пятна на поверхности можно смывать. После высыхания коврик может и далее использоваться. Вот такой сегодня у нас коврик. Заказывайте, это офигенный коврик разных размеров. Пока видос не закончился, прошу тебя, поставь лайк и подпишись на канал, ведь мне будет приятно, а тебе не сложно. Всем доброго дня. Пока.